Добрый день, меня зовут Диакона Вика, я ученица 9 класса Намска СОУШ номер 2. Моя тема – амуцевские уроки. Наш вуз приезжает на различные соревнования и мероприятия новых гостей. Работая волонтерами, мы убедились, что всем школьникам надо знать историю родного края, знать и гордиться своими знаменитыми земляками, чьими именами названы площади, улицы, школы и организации. Анкетирование среди учащихся показало, что наши ребята недостаточно знают о роли Максима Кирилловича Амузова в развитии родной Якутии. В работе представлена многолетняя работа кружка «Юные исследователи» по созданию интерактивных игр «Викторин» для младших классов. Цель работы – разработать проект интерактивных занятий «Амузовские уроки» для реализации на основе волонтерского движения старшеклассников. Гипотеза. Мы предполагаем, что разработанный нами проект «Амузовские уроки» на материалах нашего УЛУСа будет более интересен и полезен в увлекательном интерактивном формате детям, учителям, работникам доп. Образования, всем волонтерам и краеведам. Методы. Изучение научной литературы и архивных данных, метод интервьюирования, метод проектирования при создании презентации, анализ проделанной работы и подведение итогов. Новизна работы. Патриотическое воспитание учащихся начальной школы во внеурочной деятельности на основе волонтерского движения старшеклассников. Первый продукт создания книжки «Малютки. Детство Максима». В 2000 году учащиеся нашей школы выпустили книжку «Малютку». Родители сделали книжку-самоделку «Детство Максима». Мы решили, что такой большой труд не должен оставаться в рамках нашей школы. Выпустили электронную версию книжки. Второе. Ежегодно в нашем УЛУСе проводится НПК «Амузовские чтения». Собрано много докладов детей нашей школы в диске «Чагылхай Максим». Мы проводим беседы и классные часы. Работая над темой детства Максима Кирилловича Амузова, мы нашли много книг, и мы решили всем классам сделать увлекательную игру азбуки жизни Максима Кирилловича Амузова. Каждый ученик нашего класса подготовил страницы азбуки от А до Я. Распечатанные открытки задания можно заранее раздать командам для подготовки. Четвертая группа разработала проект Амозов онна оюнская олохтурун маршрутунан аян манны сахасирин картатан туттоққа сапхайдық аяннан тиері кепсибет маршруттар бұд Амозов онна оюнская түрәуі тоғыз астыры аспыт сердері осколаға өрәміткемдері кенелер атырын үйетіге дері бар. Заключение. Проведение классных часов квест-игр викторин с первых по пятых классах школы показали, что интерактивные задания. Мне интересно выполнять и играть в квест-игры всем ученикам. Наш класс и сегодняшние пятиклассники, с которыми мы работали по этому проекту, передача ВПР по истории и окружающему миру, ответили на 10-й вопрос «Отлично!» об известных людях из своего региона. Мы внесли свой вклад в увековечение памяти о нашем земляке Максиме Кирилловиче Амузове. Юбилейную комиссию Максима Кирилловича Амузова просим помочь размножить нашу работу. Жизнь продолжается в памяти поколений. Спасибо за внимание.